Ну всем привет, мы на рыбалке с Демидой. Сегодня пришли опять на это же место. Ну, после работы, правда, часов 4, с пол пятого где-то были тут. Допоздна посидим, посмотрим, что будет. Да, Саня, посмотрим, что будет. Одну поставил на червяка навозного. Это стоит на сама. А это стоит у меня на кукурузу. Кукурузу качан варил вчера. И одну коробочку сделал с гарлик, с этим, с чесноком, вторую ванильную. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Поклевка была, блин. Берет на кукурузу эту ванильную. Ну вот, зарядили. Кукуруза на волосном оснастке, на волосной оснастке. Сейчас мы в одну точку кидаем все время. Вот. Туда, под кусты. Ну ладно, ловим дальше, посмотрим, что будет. А, карась, наверное. Не, давай маленький сучок. Хотя не, он не мокрый, давай большой. Заходи, заходи, Саня. Сачок держи, Сань, чтобы он не порвался. Я фингер этот сломал. Неси мат. Давай сюда, Санек. Сюда положи его. Их кормят, отпускают, поэтому и жирные. Взял за верхнюю, не по правилам. Возьми там пакет, в пакете белый. Домой забираю? Да не взвесить. Сейчас. По нулям. Два почти. Кило 900. Неплохо, неплохо. Вот такие караси. Вот такие вот тут караси берут. На кукурузу ванильную. И это сейчас отпущу тебе. Все, ушел. Спасибо. Подлещик. Да не, не надо, Саня. Не будем пачкать сачок. Вот такой вот. Все, спасибо. Ладно, ловим дальше. Подлещик опять. Давай, срывайся. Да тихо, тихо. Ну, взял правильно. Во, все, беги. Тихо, фанера, блин. Это подлещик.
Спасибо. Нам надо кукурузу закинуть. Наверное, да. Это тоже, Сань, вытащи. Карп. Вроде, да. No, I think carp. Carp. Давай, давай, Сань. Was that in a corner? Yeah. Yeah. Yep. You're doing good. Thank you. I've done it 5 days and no fish. Yeah? Хороший. Поболее бы. I got. We've got. Oh, yeah. Thank you. Это будет десятка. Опа-па. Давай, давай. Нифига себе. Десятка будет, точно. Вот какой карпик. Так, надо сфоткать меня. О, какая спина. Смотри какой. Да, будем доставать. У него уже вся губа изуродована. Видимо, их ловят и ловят. Не надо все. Давай, доставай его. Давай, быстро. Вон телефон там. Вон какой красавец. Хорош. Весы возьми, Санек. Тихо, тихо. Мат у нас 2 килограмма весит. На весах у нас 0. Десять 400. Минус 2 килограмма. 8 400. Фух. Будем отпускать. Не туда плывешь. Все, пошел. Спасибо. Клюнул он у нас вот на такую ванильную кукурузу. Делал сам ваниль. Получилось запах, наверное.